Где яички? У меня есть. Спасили, шутник. Нужно, чтобы яичко, нажимаешь на него, она раз и растекается. Как романтично. Пригласила мужчину помочь на кухне. Что там с куличами? Все. Вы сказали все налить. Ох, вот эти подсказывают. Так, раз. Я победила! О, ну классно. О, попали. Но готовить это, честно, не мое. Вау. Вот и моя хозяюшка сегодня. Здравствуйте, Марго. Здравствуйте. Что мы будем делать? Красить яички посмотрите на Пасху. Посмотрите, какую красоту мне ребята сегодня подарили нашим деткам. Красота. Вот, цветочки хозяюшки. О, благодарю. Да. Мы сегодня, кстати, обновим мой вот этот вот Ascona Home гостевой домик. А Марго придумала вот месседж, который обязательно выполняется, если загадать что-то, как он называется? Вау-чудеса. Вот, видите, да. Ребята уже знают, надо на телефон клеить. На телефон. Волшебную наклейку. И если верить и загадывать, то все сбудется. Так, оператору. Вот, вау-чудеса. Филиппа, как сейчас вот начинается ваш день? Вот вы проснулись, что в первую очередь делаете? Когда нет каких-то съемок или концертов, мероприятий? Если Марго в гости приходит, то она прекрасно готовит яйца Бенедикта. Да. Нужно, чтобы яичко, нажимаешь на него, оно раз и растекается. О, да. Как романтично. Так, давай не будем терять время. Я предлагаю супер рецепт. Чтобы яички блестели, нужно их варить на вине. Представляете? Ну что? Да, это такой рецепт, поэтому это вам. На белом? На белом будут, мы краски еще добавим зеленые, а из красного вина получаются темные, красивые, такие сливочного цвета. Куда? А вот. Кастрюльку. Какую? Вот эту. Всю бутылку? Да. Все. Надо, чтобы яйца покрылись полностью. Вот штопор. Это я не умею. Это в другой кастрюле будут вот эти темные готовиться. Но я еще приготовила. Будем украшать яички, как зайчиков. Как зайка моя. Ой, вы же там в Китае, помните же? Вы же теперь такая популярная в Китае. Конечно, я помню, я не забуду. Филипп разрешил мне спеть его трек. «Зайка моя», мы его сделали на китайском, и прям это взорвало. Просто столько людей приходило подпевать, танцевать. В общем, это было вау-чудеса, как говорится. А яички? Надо найти. Так. Где яички? У меня есть. А, яички. А, Филипп, шутник. Так. Что шутник? Вот яички. А, то есть... Принесли, ребята, а вы про что? Марго. Вы меня застесняли, растерялась. А какая разница, красное или белое вино? Потому что эти будут у нас, какой краски мы добавим, а эти будут только фиолетового цвета. Мой любимый цвет. Оранжевый, фиолетовый. Все-таки угодила. Да. Смотри. Ой. Теперь можно помешать, как нам чем? Предлагал оператор. Чем? Чем? Это уже следующий вопрос. А что, мне куличи пить? Конечно. Да. Ой, господи. У меня такой повар. Филипп уже наготовился. Значит, я буду куличи пить. А вы что будете делать? А вы будете их кушать, пробовать. Да. А, яйца или кулич? Все, что хотите. Та-да-да-да. Вот уже яйца. А вот и блестящие яйца. 8 часов. Это уже прошло 8 часов. Красивые, ой, блестящие. Какая курочка или кто это? Да, цыпленок. Цыпленок. А его тоже есть? Нет, не надо, Филипп. Какая у меня хозяюшка. И поет. И танцует, так. И пасхальные... Вот. Ой, еще, я же заик слепила, сейчас покажу. Так, Филипп, а вы любите биться яйцами или катать их? Биться. Смотрите, какие зайки, их даже жалко, красивые. Жалко, ну давай. Так. А, ну, зайка моя. Нет, давай на китайском уже, как ты это придумала. Воде сяуту, воши не де сяуту, воше, воде гамби, воши не де шоу, джиниши хуаген, воши не де хожуй. Кто бы знал, что 28 лет назад, когда я спел эту песню, что благодаря Марго в Китае весь будет петь, танцевать на китайском эту зайку, которая
все интернетовские эти мемы подхватили, и все танцуют, детки-то. Спасибо вам, Филипп, что вы разрешили свой легендарный хит мне исполнить. Раз, раз, раз. Я победила! Класс, хотите еще? Не-не-не. Давай это самое... Куличи делать. Так, давайте. Большую возьмем. Так, масло, высыпайте сахар, оп, так, высыпайте наверх? Это все. Да, всю, потом мы все разместим. Всю эту самую? Угу. Чтобы нам сладко было. Девочка из Макеевки после моего визита туда, вот, встретилось такое чудо природы, надо же, а? Папе, маме привет, кстати, передам. Ой, вот, спасибо, они Филипп. Они сейчас смотрят. Форма, передай, пожалуйста, привет. Мы же были в Макеевке на родине у Марго, у папа там такой, и поет, и танцует, и креативный. Это правда. Давай, передай папе. Благодарю вас. Папа, привет, мама, привет вам из Москвы в Макеевку. Давайте. Высыпаем. А, раз, два, три. Мы люди творческие, кулич у нас соответствующий. Что надо высыпать? Дайте все. Так. Сухофрукты. Это что такое? Это будет очень вкусно. Можно есть уже. Уже? Да. Вкусняшка. Так, насыпаем. Вы это, я молоко. Вкусно? Ой, вкусно будет. Очень вкусно. Так, Филипп, все не съешься, нам еще куличи готовить. Пригласила мужчину помочь на кухне. Это с изюминкой. Иначе вы хотите? Все. Вы сказали все налить. Ох, вот эти подсказывают. Это много? Я все испортил. Да? Ничего. Нет, это нормально. Вы не смотрим, как быстро подойдет тесто. Потому что оно будет вау-чудеса, да. Мгновенно подойдет. А если верить, сбудется. Поэтому оставляем это все, чтобы подошло. Филипп, вы пока ходили, тесто подошло. Подошло. Да. Вау, чудеса. Это правда. Все, готов кулич? Нет, теперь нужно это все по формочкам разложить. Вы знаете, Филипп, честно вам признаюсь, открою секрет. Я впервые это делаю. Куличи. Мне не поверите. Я тоже. Надо загадывать желание. Давайте. Давай загадаем. По-моему, у нас совпадает. Я тоже так думаю. Сбудется. Ура! Вау, вы чудеса. Станете большой звездой. О! В следующую Пасху вас вся страна узнает, песни ваши будет петь. Ром-бум-бум. Филипп, я вам верю. Если вы сказали, значит так тому и ну, быть. Я же не зря правнук Ванги слушаю. Я же чую звезду на расстоянии. Это правда. Как только появилась она на горизонте, о, все, звезда, почувствовал. А, это тесто. Блин, мы с вами такие кулинары, Филипп. Ну, сейчас чем-нибудь наскребем. О, ну классно. О, попали. Это так весело. Не говори, ты обсмеешься, обхохочешься. Почему она так тянется? Ну, тесто же. Господи. Давайте еще. Ну, давай туда. Это, конечно, не очень эстетично выглядит. Все, и тут готово. Открывайте печь. Ап. Ап. И тигры ног моих. А на какую полочку? А вот посерединке вы все верно делаете. Да? Теперь врубаем и ждем. И сколько ждать? Ну, вы, конечно, Филипп спросили тоже. Сейчас найдем в интернете. Ну, у меня опыта никакого. Это интересно. Надо все в жизни попробовать. Я вообще, у меня золотые руки. Я могу и гвоздь сбить, дерево посадить. Вообще, я очень люблю... Вообще, на уроках труда в школе у меня была пятерка. Я конструктором был, вообще электрику проводил. Вообще, я в своем доме практически все сделал сам. Но готовить это, честно, не мое. Может, да, мы сейчас попробуем, Филипп. А может быть, это вообще ваш еще один скрытый талант? О, нет, точно. Хотя талантливый человек... Талантлив во всем. Но только не в готовке. Что там с куличами? Уже готово. А украсила? Да. Да ладно. Да. Ну что, можно... Выносить? Да. Так. Та-да-да-дам! Ваша пупу-пиду, как вы там говорили? Вау! Какая красота получилась! Наше совместное дело. Куличи. Вот это последний был, который большой я сделал. Да. Давайте я его передам Бедросу, конечно, папе. Вот никогда бы никто не поверил, что
Мы это сделали своими руками, а вы это придумали все и сделала. Вот что значит женщина в доме. С наступающим вас всех праздником Светлой Пасхи. С праздником. Дарите добро, любите друг друга, дарите счастье. И все у вас получится. Да? Спасибо. Да. Да.